Okay, let's go. Ассаламу алейкум, друзья, всем доброго и бодрого утра. У нас сегодня очередной выпуск. Вы на канале Такси во Владивостоке. Сегодня четверг, 29 августа. Время уже почти 7:15. Мы выходим на смену, заправляем машину на 1500 рублей. Сколько по месяца, я не знаю. Короче, я заправляюсь на Акранте 92. Вчера я заправил машину 95 с ННК. Расход топлива был большой, друзья. Как бы поэтому заправляем 92-го. Мы же таксисты, правильно? Нам, чтобы экономить. Как ваши дела, друзья? Как ваше настроение? Мы начинаем сегодняшнюю смену, четверг. Можно зарабатывать хорошие деньги, но сегодня будет перерыв, как вчерашний, наверное, на 3 часа. Пока что не знаю, что будет. Давайте забрасываем вчерашние показатели. Посмотрим за сегодня у нас, какой будет пробег. Заходим в приложение. Надо подключить интернета, эксперт парк, все, у нас уже все готово, помыл машину с утра, заправил, и можно выйти на линии. Да, я каждый день просыпаюсь не в 4:00, а в 5, друзья, поэтому чуть-чуть опаздываю, чуть поздно выхожу. Ну ничего, самое главное, чтобы каждый день быть на линии, чтобы зарабатывать нормальные деньги. Все, запускаем радара. Эконом 130, комфорт там, что-то неправильно показывает, детский тоже так же 130, КФ есть, друзья. В 7:30 начинается черная зона, в 7:40 и час до 8, короче, до 8:40. Все, выходим на линию, ждем первого заказа, а нам дают вот такой заказ, фастовская 47 с КФ плюс 30. Что делать? Давайте пропускаем, друзья. Нам, чтобы первый заказ хотя бы был там плюс 50-100, она того стоит. Вот вам. Пропустил первый заказ, а второй уже плюс 130. На 100 рублей уже больше. Все, едем, чтобы подаваться, друзья. Ну что такое, ну... Рекламная пауза, ну что такое? Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую сертифицированный таксопарк «Эксперт Парк». Я сам лично работаю в этом таксопарке и вам тоже рекомендую, чтобы работать, зарабатывать вместе с нами. Они подключают всех водителей из всех регионов, с Калининграда до города Владивостока. Всего лишь 50 рублей комиссия парка – это самый хороший вариант для всех водителей, тех, кто работает в такси. А если вы хотите работать на доставке, заказывайте термокороб. Термокороб доставляется по всей России бесплатно. 4 вида моменталок, вы можете выводить свои деньги в любое время. За приведенного друга можете зарабатывать 1000 рублей. Они начали сотрудничать с парковых самозанятых. Они подключают самозанятых водителей. Эксперт парк 2.0. Не забирают ни копейки с недельных бонусы, цели, лужи. Ничего не забирают. Всего лишь будете платить 50 рублей. И работайте, зарабатывайте. Собственный колл-центр 24/7. Они отвечают на все ваши вопросы. Они решают любую проблему, даже если вас заблокировали. Я всегда вам рекомендую самого хорошего, надежного, одно из самых крупнейших таксопарков по всей России – Эксперт Парк. Подключайтесь. Все данные будут в описании, на экране тоже. Звоните, вам отвечает живой человек, а не какой-то там робот или бот. Завершаем за сегодня первую поездку, друзья. В пути были там 8 минут, проехали там сколько, 3 или 4 километра, 305 рублей. Нормально. Сегодня с утра нормальный кэфы, друзья. Вчера, если помните, кэфы были сам по себе. Там я даже катал за 136 рублей. 3 пассажира были. Ну ничего. Продолжаем. Все, я почти уже на черную зону. Можно выйти на линию, друзья. Смотрите, какой красота, да? Вид такой необычный. Все, выходим на линию, ждем заказа с черной зоны. Надеюсь, что будет какой-нибудь дальний заказ. И касса будет за сегодня на первую часть более-менее.
ждем, друзья. Тишина, нету заказа. Где заказы? Нам дают вот такой заказ. Сафонова А24 с кайфом плюс 140. Принимаем, друзья. Едем, чтобы подаваться. Завершаем поездку, в пути были там 15 минут с черной зоны, посмотрим это сколько будет, всего лишь 76 рублей бонуса, друзья. И что, по городу есть более-менее нормальный кафе, можно выйти на линии и работать. До этого момента сделано 6 заказов. Вот и он, мы его поймали, двойник моего машины, 678, Расульчик. Сейчас будем что-нибудь поесть, позавтракать и дальше будем продолжать. Перерыв примерно будет там полчаса. Все, перерыв был полчаса, друзья. Я выхожу на линии, время завтрака. Завтрак нормально. Нам дают вот такой заказ, КФМ плюс 40, по тарифу комфорт, Жигура 12. Едем, чтобы подаваться. Вот Расул тоже уже принял какой-нибудь заказ. Все, поехали. Время 18:22, друзья. Сколько у меня перерыв был? Примерно 6 часов у меня был перерыв. Чтобы отрабатывать 90 часов, я должен быть на линии до 19:30. Нет, я столько не могу. Наверное, до 10 будем кататься. И за сегодня будет, не знаю пока что, сколько я буду на линии. Я, честно говоря, устал, потому что в это время у меня вообще не было перерыва. А перерыв был все по делам. Во время этого я поел, доделал монтажа, и дальше уже по документам надо было идти, там 6 часов я просто был за рулем, и везде пробки. Я сейчас нахожусь на второй речке уже, друзья, возле дома, я нахожусь на черной зоне, друзья, поэтому выхожу на линии, ждем заказа, посмотрим. До этого момента 16 заказов, 400 на кассе. Теперь надо отрабатывать хотя минимум еще 4 часа, чтобы за сегодня быть на линии 10 часов. Ждем заказа. Вы пытаетесь разговаривать на узбекском языке, а я на русском языке. У тебя хорошо получается. И что мы находимся в России? Не, хотя мы если были в Узбекистане, как бы это было более-менее. Ильдар, там удобно? Кайфово. Тормозные диски там поменяли уже. На вторую часть у нас первый заказ. В пути были 36 минут. Это с черной зоны. Посмотрим, сколько будет. 890 рублей. Она того стоит. Черная зона закончился, что ли? Только на второй речке, друзья. Все, выходим на линию, продолжаем. 17 заказ был это у нас. В пути были 26 минут, друзья, завершаем эту поездку, а мы находимся на черной зоне, друзья. Все поставили кнопку по делам там в сторону Артема, а мы ставим кнопку по делам, друзья, в сторону остров. И там горит кафе, и едем туда же с хорошим заказом, надеюсь, и обратно оттуда же с хорошим кафе. Все, я поставил кнопку в сторону Дальневосточный федеральный университет, черной зоны, 2:03, там показано до скольки, до 9, короче, 9:09. Будем ждать, друзья, заказа. Время 9:05, завершаем поездку, друзья, в пути были 9 минут, я поставил кнопку по делам в сторону Дальневосточный федеральный университет, но мне дали заказ на Липовая 2276, ну, 500 рублей. Все, за сегодня 3 часа мы отрабатывали на второй части. Общее количество мы на линии были 9 часов. Сейчас припаркую машину, чтобы никому не мешать. Подведем итоги. И завтра пораньше надо выходить
На себе, ну, друзья, завтра у нас пятница. Передвигаюсь в сторону третьей рабочей на Золотой мост. Пробки чуть-чуть, друзья. Давайте подведем итоги сразу же. Сколько мы зарабатывали? Я был на линии, 9 часов я был на линии. Проехал 227 километров, друзья. Расход топлива сколько у нас? Сейчас я вам буду показывать. 227 будем разделить на 14.8. 15 литров расход за сегодня и будем умножать на 57 рублей. Ну, примерно 900 рублей был расход на топливо, друзья. А за 9 часов 21 заказов, почти 7000 рублей у нас на кассе. Ну, 6900, друзья. Неплохой результат, я думаю, за 9 часов. Если бы я был на линии там 12 часов, был бы заработки гораздо лучше. Ну ничего, завтра у нас пятница. Самое главное, что работаем без выходных, доделаем по ходу свои дела там по документам и заодно работаем, зарабатываем, друзья. Вот такой видеоролик у нас получилось, друзья. На следующем выпуске у меня будет очень-очень хорошие новости именно для мигрантов, те, кто катается во Владивостоке или по всей России, те, у кого там РВП и патент. Я вам расскажу, друзья, как можно получить водительское удостоверение без экзамен. Обязательно на следующем выпуске я по поводу этого буду полностью рассказывать. Всю информацию я уже прочитал, изучал, и для вас будет новости, друзья. В таком хорошем настроении сегодняшний выпуск я заканчиваю, друзья. Берегите себя и своих близких, это очень важно. С вами был Мирзалол Касимов. До скорой встречи. Пока, ребята. Crazy. Oh.